настроение разлуки. О, сегодня ВКонтакте увидела ролик насчет настроения разлуки. Хотела вас спросить, сколько не слушая об этом, тоскливо, это как-то мешает и хотеть, и ставить эту самую высшую цель. Вот теоретически, вроде и понимаешь, что это очень возвышенно. Все-таки, есть ли в духовном мире возможность просто быть с Кришной, общаться, а если расставаться, то совсем ненадолго. Все нормально, не переживайте. Есть такие отношения с Кришной, когда он приходит домой с работы, это называется дварака. В двараке он надолго не уходит, и даже если он уходит надолго, то быстро потом возвращается. То есть все нормально, не переживайте, там это есть. Согласен с вами, что нашим материальным опытом, материальный опыт какой, что если кто-то уезжает, то тоскливо становится. Тоскливо становится, от этой тоски как бы, ну, плохо. Теоретически мы понимаем, что когда Кришна уезжает куда-то, есть вот эта разлука, то в этот момент интенсивность эмоций, которые испытывает преданный, настолько сильна, что Кришна проявляется еще больше, чем когда он находился рядом. Поэтому говорится, что это высшее проявление любовь разлуки. Но нам сейчас, согласен, сложно это понять. Поэтому так вот для ума, чтобы успокоить, все нормально там есть, когда Кришна недалеко уезжает. Вот. Но нам сейчас больше надо сосредоточиться вообще на то, чтобы не на разлуке даже, да, а на том, чтобы настроение служения, чтобы вообще хотя бы захотелось с Кришной встретиться. И вот это настроение служения, смирения, это то, что актуально для нас. А там уже, знаете, мы разберемся вот постепенно. Все больше и больше мы будем понимать эти духовные категории, и нам станет более понятно.